И тогда спокойно их займем. Мы очень рады, что в нашем зале сегодня столько любителей русской песни. Пожалуйста, вот здесь два места на первом ряду. Маленький такой организационный праздничный момент. Вот сейчас наши детки сядут поплотнее, да? Замечательно. Еще посадят. Итак, дорогие друзья, хор «Русская песня» — это один из лучших коллективов любительского художественного творчества Санкт-Петербурга и желанный гость на многих и многих самых престижных площадках Санкт-Петербурга. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену виновника нашего сегодняшнего юбилея, нашего сегодняшнего мероприятия — хор «Русская песня». Руководитель хора. Руководитель хора, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Григорьев. Мы начинаем свою... Мы начинаем свою концертную программу. Нам еще нужна минутка, чтобы сесть, да? Хорошо. Здесь они ходить нельзя ставить. Александр Костюк. Все от русских рябин.